В 47-м регионе начался прием заявок на распределение субсидий фермерам в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительство Ленинградской области. 16 декабря 2019 года по 20 января 2020 областной комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу принимает заявки на участие в конкурсе на получение 3 грантов начинающим фермерам на развитие семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Соискателям необходимо предоставить пакет документов и бизнес-план. После проверки документов на соответствие требованиям конкурса претенденты будут приглашены на очную защиту проектов. Средства гранта можно потратить на приобретение сельскохозяйственных животных, техники, строительство производственных зданий и перерабатывающих производств. В 2019 году в конкурсах на получение фермерских грантов приняли участие более 40 соискателей. Победителями стали 17 начинающих фермеров. Общая сумма грантов составила почти 36 миллионов рублей, а также 4 семейных животноводческих фермы. Они получили гранты на сумму почти 51 миллион рублей. И один кооператив с грантом на развитие материально-технической базы на сумму 18 миллионов. Подробная информация об условиях конкурса на получение государственной поддержки фермеров размещена на сайте Комитета по агропромышленному комплексу Ленинградской области. Для справки скажем, что за период с 2012 по 2019 годы в Ленинградской области грантовую поддержку получили 280 фермерских хозяйств, из них 190 начинающих фермеров и 90 семейных животноводческих ферм на общую сумму 1 миллиард 81 миллион рублей.